Медитация свободы. Эта медитация поможет вам больше открыться миру и свободно плыть по волнам реальности. Есть два основных типа реакции на внешний мир. Первая – это идти ему навстречу, и вторая – это закрыться. Техники этой медитации помогут вам двигаться навстречу Вселенной. Итак, лягте удобно. Первый шаг навстречу Вселенной вы уже сделали. Вы лежите, не свернувшись калачиком и не на боку, а просто на спине. Второй момент. Ноги и руки не перекрещены. Стопы отведите на небольшое расстояние друг от друга, так, чтобы поясница была расслаблена. Расслабьте ноги, руки, ладони направьте вверх. Вы можете сделать вдох поглубже и расслабиться на выдохе. Представьте сейчас себя в центре мира. Вы сейчас центр. Представьте весь земной шар и вас на нем. Попробуйте реально представить масштаб, насколько это возможно. Представьте, за пределами от вас, во все стороны идет наша Солнечная система. Все это пространство вокруг вас, в рамках Солнечной системы. Вы уже наверняка задумывались о существовании такого огромного пространства, о вашем нахождении в нем. И так или иначе, вы представляете это пространство с той или иной степенью дружелюбности. Сейчас переведите внимание на себя. Вы дышите, вы существуете. Существует весь мир. Теперь сделайте вдох поглубже, чем обычно. С этим вдохом как бы наберитесь сил. Ментально расправьте плечи, откройтесь миру и почувствуйте свою силу. Сделайте несколько таких вдохов, стараясь внутри себя найти ресурс, чтобы открыться миру, почувствовать силу, желание жить смелее и активнее, с большим позитивом и двигаться в ту сторону, куда вам надо. Дышите. Набирайте сил, визуализируйте, открывайтесь миру. Этот переключатель – это кнопочка управления, которая показывает, куда вам двигаться, в ту или иную сторону, существует у вас в голове. Вы способны на огромные достижения. Сейчас, расслабляясь, переключитесь на позитив и примите этот мир как мир больших возможностей для вас, мир, который окружает вас красотой. Сейчас немного расслабления, полежите спокойно, в расслабленном состоянии и воспринимайте мир дружественно. Вы сами лично воспринимаете этот мир дружественно. Повторите, я есть часть этого мира, а этот мир часть дружественно друг другу и части одного единого целого. Вы лежите в далеком космосе, и сейчас внутри вас что-то происходит, что определяет, в какую сторону вам двигаться и что делать в вашей жизни. Вы задаете направление, не откладывайте на потом. Лежите прямо сейчас здесь и наслаждайтесь. Представляйте масштабы Вселенной, расслабляйтесь, откройтесь миру и поразите его бесконечное пространство. Теперь сделайте вдох поглубже, чем обычно, и с этим вдохом как бы наберитесь сил, ментально расправьте плечи, откройтесь миру и почувствуйте свою силу, силу части мира, вашу силу. Вы часть мира, сын или дочь этого мира, часть этой огромной силы. Весь мир – ваш дом, космос вокруг, космос внутри вас, Вселенная вокруг, Вселенная внутри вас.
вы – дитя безграничного мира, дитя истинной свободы.